отличный спортивный объект. Уверен, что он станет центром притяжения для молодежи, для ребят и послужит укреплению здоровья и новым спортивным результатам. Вы знаете, когда я сегодня со всеми вами смотрел за театральным представлением, мне почему-то вспомнилось, что в мире есть такой парадокс, что сборная команда по футболу Исландии побеждает крупные страны и национальности. Вот мне кажется, с точки зрения культуры, командоры точно сегодня такой пример дают, что маленький остров дал пример театрализованного представления, там, которое, ну не побоюсь этого слова, показало класс для многих крупных районов нашего края. Важный для нас село, остров Беринга, Командорские острова, задавал тон, задавал пример. И вот то, что вы сами решили, что будет строиться, так проект и называется, решаем вместе, и выбрали спортивный объект, очень важно, и я хочу с этим объектом всех жителей села поздравить. Ну и напомнить, что в этом сентябре вам предстоит выбрать следующий объект, каждый год один объект благоустройства, который вы будете решать, выбирать, вместе с вами будем строить, создавать, а ваша потом задача будет смотреть, чтобы он не ветшал, в хорошем порядке находился, ну и, конечно, чтобы он использовался максимально полно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, все время, которое он может работать. Я очень рад символическую шайбу вручить.